Малосольные огурчики – это по-летнему вкусно, свежо и быстро. Рецепт придется по душе тем, кто не любит долго стоять над плитой, а при мысли о стерилизации покрывается мурашками. Соблазнились? Я, когда научилась их делать, начала готовить довольно часто. Ведь это отличное пикантное дополнение к любому гарниру. На зиму лучше воспользоваться классическим методом засолки. Такие огурцы, к сожалению, долго не хранятся. Так что готовьте и кушайте сразу. Рассказываю, как приготовить малосольные огурчики в пакете. Огурцы, 1 кг, небольших размеров. Укроп, 1 пучок. Чеснок, 2-3 зубчиков. Соль, 2 столовые ложки, без горки. Сахар, 1 столовая ложка, без горки. Количество порций 12-15. Подготовьте все необходимые ингредиенты. Огурцы тщательно помойте. Также помойте и промокните бумажным полотенцем укроп. Чеснок почистите и помойте. Укроп и чеснок мелко порубите. Подготовьте 2 чистых пакета. Для надежности я всегда делаю двойной пакет, один в один. У огурчиков отрежьте кончики и положите в пакет. Также в пакет добавьте рубленный укроп с чесноком, соль и сахар. Завяжите пакет и аккуратно все распределите, потрясите и перемешайте. Уберите пакет в холодильник на 9-10 часов. Можно в процессе засолки несколько раз потрясти. Огурчики готовы. Очень просто и вкусно. Приятного аппетита!